Привет, зрители, я тут это как-то так. В общем, я тут будет сейчас ваять на самопальных, ну, в смысле, на сливках с коровьего фермерского молока. Так, наверное, так. Может быть, вот так поближе. Сливках, точнее, сгущенном молоке и какао. Что-то типа мороженого, только заморозить я его не буду, хочу тут же сожрать. Если получится или не совсем получится, то я, может, прямо при вас и поем. Вот так, может, даже лучше. Даже не буду поворачивать экран, морда, лицо к себе. Думаю, будет просто хотя бы видно мои руки. Тут у нас где-то 100 миллилитров этого счастья. Сейчас надо как-то налить туда другие 100 миллилитров. Это для тех, кто, если что, не в курсе, то домашнее мороженое надо делать сливки и сгущенное молоко. Сливки 33%, но моя родня считает, что вот в этих сливках, которые от фермерской коровы, намного больше, это, ну, чутка больше жирности, чем в 33%. Причем 33% сливки и сгущенное молоко в этой пропорции 1:1. Так, как ты там у нас плюешься? Так, а где у меня эти деления-то? Деления, идите сюда. Так. Ну да, я думаю, что, наверное, так вот сейчас и есть. Где-то так. И сейчас я сюда какао зафигачу. Надо только сгущенку прикрыть. Кстати, очень хорошая сгущенка. Это самое. В фикс прайсе я уже не первый раз беру. Она с ключом. Мы ее пока уберем. В холодильник. Вообще у меня тут легкий бардак. Я планирую завтра разморозить холодильник. Ну и, соответственно, пока он размораживается, фоном убираться. У меня тут еще гора этих самых пакетиков и баночек из-под еды, типа съесть или выкинуть. Тоже на ближайшие дни записать. А еще у меня гора посуды, но вы ее не видите. Поэтому можете сказать, не верю, Лёля, что это гора посуды, ибо я ее не вижу. Так. Слушайте, вполне себе нормальный какао-порошок. Как там это? Видно, не видно. Может, мне все-таки повернуть к себе этот мониторчик. Вот. Ну, вы видите этот. Вот он, какао-порошок. Вполне себе нормальный по виду. Я думала, пару столовых ложек, ну или одну. А одна ложка с огромной горкой. Вполне себе хватит. Месиво, месиво. Как бы моя бабушка сказала. Где у меня тут чайчик? Всем свойственно болеть. Особо в преддвериях Нового года. По-моему, я тоже слегка простудилась. Потому что я что-то чихаю. Но я и так периодически последние недели две чихаю. Ну, меня то знобит, то как-то так. Я тут в халате ошиваюсь. Так. И, конечно же, на скатерке на такой лучше не делать, но она у меня уже уляпанная местами, иногда благодаря коту. Я ее потом тоже буду постирать и... Так, сюда пока положу. Тут у меня что-то фруктов вообще дофига, что-то стало так много фруктов покупать и есть. В общем, ну, начнем. Да, кстати, взбивать сливки, то надо, чтобы они в два раза увеличились. Обычно я беру где-то 400 миллилитров. Ну и они, соответственно, до 800 увеличиваются. Это эти 33% домик в деревне.
хавал по стенкам. Не до этого. Не доехал, короче. Не переборщила ли я с какавой-то? Прибавим скорости. Я думаю, все-таки надо ложкой поработать, децл. Потому что на стенках что-то все же есть. Не знаю насчет жирности сливок, но когда те сбиваешь, то они, в общем, ну, очень густые становятся. Хотя выходит вкусно. Хотя, что удивляться. Бычонка, сливки и какао. Короче, результат не совсем тот. Может быть, тут все-таки меньше процент сливок, чем 30%. Но молоко, кстати, очень жирное.
Вообще, я сбиваю обычно около 7 минут эти самые сливки, ну, которые 33%. Это так, на случай, если кто не знает, и вот тут решит сделать. Чем бы вытереть лапки-то? Лапки-то чем бы вытереть? Я тут лапки вытираю. Ох. Надо сейчас что-нибудь перелить. Вообще надо было сразу контейнеры достать, но я, как обычно, что-нибудь забуду. Блин, кто бы мог подумать, что так часто буду делать, использовать миксер в своей жизни. Ну, как бы оно густое, но оно не настолько густое, как вот если бы на 33% сливок. Куда бы тебя полить-то? Раз уж я за контейнерами доползла, то, может быть, в огромную салатницу вылететь это все. Если бы это были 33% сливки, может быть, конечно, меньше положила сгущенки. Короче, вам бы их не получилось вылить, вам бы пришлось их выскабливать ложкой. Еще говорят, что давно не ел на камеру. Поэтому я думаю, что можно сейчас попить чая. Хоть это не совсем еда на камеру. Но я, в принципе, просто уже поела, как бы, до этого. А тут можно... чаю попить, типа десертиком. А у меня там есть ложка, я еще достала. Ну ладно. В следующий раз буду делать уже конкретно мороженку. Посуду добавить, а потом там. Ну да ладно. Много посуды, больше мозга отдохнет. Перерабатываемый мусор. Вот, а что у нас вышло? Сейчас я ненадолго прервусь и поставлю камеру так, чтобы было видно, как я кушаю. О, я вижу себя. Надеюсь, я там не слишком далеко. Целая тарелка, ёшкин кот. Вообще, может быть, его и можно заморозить, потому что первый раз я делала мороженое, у меня сливки были 20%, но это было не совсем то. Вкусняшка. Сейчас нальем чаечку.
каково. Чай вроде еще не остыл. Кто трогает чай пальцем, признавайтесь. Ну, помимо меня. У меня была еще какая-то подружка, или знакомая, не помню. Ну, в общем, кто-то у меня в жизни трогал пальцем это все. Она все-таки немножко подойти и пододвинуть это части. И снова я сяду. Да, вроде как меня видно. Ну, по крайней мере, я вижу себя. Да, вот и Тиша приперся. Тиша сегодня что-то слишком любвеобильный. Тиша, можно я как-то попью чая? Эй, Тиша, ты как-то мышка хвостиком махнешь, только тут не яичко, а чашечку раздолбашь. Да. Ну ладно, там люди хотели котика. Помурлыкай, хрен с тобой. Мукбак с кантом, блин. Не, я как-нибудь свояю что-нибудь путное и тоже поем. Ну, такую кошку такую глупую. Не хулиганила бы еще. Цены бы не было. Вот, смотри, мягкая хрень. Мур-мур, мур-мур. Тиша. Давай ты это, правда, пойдешь уже? Тебе молочка дали. Мясо тебе сегодня перепало. А, блин, мой сопливчик-то теперь в стиралке, потому что упал. Да, еще меня ждет в ближайшие дни. Стиралка. Так. Да хрена я сюда ложку засунула большую. Кто не знает? Кайф. Но все же как бы пузырчатая. И да, немножко увеличилась, потому что сливок было у меня все-таки меньше. Вкусняшка. В общем, если у вас есть возможность покупать сливки, точнее молоко от фермерской коровы, снимите с них сливки. С этого молока. И заваяйте что-нибудь такое. Особо, если вы еще так же немножко фанатеете от какао. Я в детстве, помню, извращалась с какавой, куда я ее только не сувала. Но в основе у меня была манка с какао. Напоминает вообще практически растаявшие мороженое пломбир, вот это шоколадное. Я потом прямо в этой миске выставлю на балкон, у меня сейчас там минус 7 где-то. И посмотрю, что с ним будет. Вдруг застынет. Вкусняшка. Вообще у меня есть несколько печенинок, этих типа юбилейного. И еще палочки, но они соленые, по-моему. Это чисто если прикуску с этим есть. Реально как полуталое мороженое. Вот, когда пломбир растает и такой жиденькой водичкой становится. Но это я такой извращенец, я люблю полуталое мороженое. Тиша, что ты там творишь? Куда ты хочешь вырваться? Чего ты так хочешь, что ли? Тиша хочет в шкаф. Обычно он сам дверь открывает. Тут, может, сильно закрыло. Там, где куртки висят. Так он периодически просится в шкаф, где белье лежит. И в то отделение, где свитера висят. Рядом еще фен лежит. А
Вообще, я считаю, что год у меня хорошо прошел. И заканчивается хорошо. Сегодня оформили документы на электросеть. В смысле, на смену счетчика. Если им верить, то завтра-послезавтра они явятся. И вот уже все в ажуре в этой квартире. А то я все офигевала, думаю, что у меня такая какая-то странная квитанция приходит. Вроде счетчик крутится, накручивает одно, а приходит другое. А оказалось, надо менять счетчик. Вот мне его вчера поставили. В моей жизни явно не хватало этого самопального десерта. Но на кукпет я это не буду заливать, потому что это непонятно что. Зачем людям непонятно что, они сами это свое непонятно что слояют. Ну вот какао очень хорошо размешалось. И вот такое между сладким, сгущенки в шоколаде, это, не знаю, много-мало. Не, нормально, по вкусу вот именно как растаявший шоколадный пломбир. Не приторно, не горько и не сладко. Я ведь до сих пор еще нормально не посмотрела этот чертов Эвен-каталог. Ну, в смысле, у подружки смотрела, но он что-то такой толстый. Вот, видимо, буду смотреть, когда записывать СМР буду. Сейчас уже думаю записывать его, наверное, если с утра проснусь. Даже часов 7, если. Нормально, потому что если вдруг позвонят, и буду телефон держать на громкой связи. Ну, в смысле, на... Не на виброзвонке, а на громком звонке. Чтоб не пропустить звонок от мастеров. Я что-то так подумала, сколько в эту роль может лезть и всякого силы откала. Не, как бы я прилично поела. У меня сначала было второе, потом первое, потом снова второе. Ну да, в 6 вечера только обедать. Надо еще чаечку. Вообще у меня тут черный алакозовский чаек. Я до этого-то какой вообще наливала? Его? То я могла и зеленый налить сначала. Вполне возможно, что до этого у меня был зеленый. Ну ладно. Я бываю местами рассеяна. Вообще очень сильно прошло упочило. У меня, оказывается, 15 декабря было 10 лет, как я на ЛЖР зарегинная. 10 лет блогу. Буквенному. А еще 3 декабря был очередной в Ярне по Лёлькиному календарю. Типа Новый год. Я про это вообще забыла. Сама написала и сама забыла.
хреновый я творец. Блин, сейчас все слопаю, ничего не будет, что замораживать. Так, харе лопать. Нолик. У меня тут, кстати, потемневший уже этот... Феи, как его звать-то? Авокадо. Или нет? Ну, короче, какой-то из них там лежит. Может быть, другой очень сильно потемневший. Вкусняшка. У меня же еще там ложка лежит. В какаве. Будь как сладко. Надо пилать. Еще у меня там есть мандаринчики. Я могу ради... Ой, у меня же там есть... Короче, у меня три мандаринчика вот таких. Потом мандаринчик. И еще апельсинчик. Забыла совсем про апельсинчик. Он уже... Не знаю. Он у меня лежит с того момента, когда я в нашем контакте, не который в контакт, а контактный, типа банковская фигня, киви идентифицировала. Не потому, что в тот день добрые родственники принесли занавесочку, повесили и оставили апельсинчик с чем-то, с бананчиком. Мандаринка. Люблю такие мандаринки. Я уже потом, может, год как поняла, что такие мандаринки люблю. Ну, там они хорошо чистятся. У них обычно, сами по себе мягкие. И от шкурки до мандаринки небольшое деление. Ну, в смысле, пространство. И мандаринки стабильно без костей и не кислые. Хотя, вроде, есть поверье, если сладкое сожрать, то яблоко и мандаринка, даже если они были сладкими, будут казаться кислыми. Здесь он у меня это яблоко и еще три яблока. Одно мной купленное. Этим меня угостили, еще двумя меня угостили. Ну, учитывая, что у меня до этого было штук 10 всего, наверное, яблок, это еще нормально. Как бы я их ем. Мне вот только, наверное, чем-то покрыть, перед чем убирать. Что у меня тут имбирь есть. И три банана на окне. Что-то я вообще нафиг стала. И много есть фруктов, и покупать их стало чаще. Прям еще чуть-чуть и буду веганом. То чаем запивают мандаринки. Еще у меня есть финики. Все те мелкие финики из этого самого светофора. Они у меня на балконе лежали. Я про них забыла традиционно. Я вообще люблю про еду забывать. А она в отместку мне портится. Так вот, не помню, говорила или нет, тот сыр, который я в предыдущем ролике обозревала, очень соленый. Ну, он как бы традиционно таким вот немножко овечьим каким-то ароматом отдает, в смысле вкусом. То бишь на любителя, но очень соленый. Думаю, из него можно будет сварить какой-нибудь салат вместе с этими черными оливками.
Может, еще слопать? А я тут дико засыпалываюся. Говорят, что цитрусовые бодрят. Сейчас, может быть, бодрюсь. Может быть, даже сейчас же и смонтирую, потому что все равно из разных кусочков. А вот этот кислый. Может, он просто не дозрел, потому что еще и был слегка крепкий. Грудь какая, и как мне тебя есть? Еще такая долька беременная. Вообще, две в одной дольке. Ой-ой-ой-ой. Надо же, какой облом. Оно еще и сочная сволочь. Сочная и кислая. Видите? У меня аж насморк пошел. Интересно, если я тебя потом доем, ты не сильно помрешь? Лежи. Шкурки. Ну, экран посушить. Еще за счет того, что он кислый, все-таки, наверное, не зрелый. Не очень толстая эта шкурка. Ну, которые, в которую дольки засунуты. Ох. Не знаю, насколько это мукбаг. Вообще, можно ли назвать пожирание сладкого фруктов мукбагом? Я ж как-то это, ну... В смысле, я могу такое смотреть, но у меня от этого не просыпается. О, хочу есть. Я тут очень хотела есть. Точнее, так. Не сказать, что это ужастик. Но там что-то такое вообще жуткостное было в 11 серии «Гоблинов». Я целых 3 Рафаэлки захомячила за несколько минут. С чаем. Но шикарная была серия. Короче, я с детства привыкла есть, когда я смотрю какие-нибудь ужастики. Потому что когда я приходила в гости с своей мамой к ее подруге, у нее там тоже была как бы дитё, мы с ней дружим до сих пор, и нам включали, то ли она любила их, то ли хз. Ну, короче, нам включали какие-нибудь ужастики. Мы смотрели эти ужастики. А они как раз вот мои мамы, ну, мои мамы, в смысле мама и тетя, обе Лены, короче, готовили. И пока обе Лены готовили, потом приносили нам еду, и вот мы смотрели этот какой-нибудь ужастик и кушали. Короче, у меня вот, видимо, в привычку, что я, если я смотрю ужастик, то мне обязательно надо что-то сожрать. В общем, надеюсь, вам как-то было вкусно. Вы захотели там поесть или что вы хотите обычно делать после того, как посмотрите, как кто-то хавает. Думаю, надо закругляться. Вообще, я сейчас буду монтировать, наверное, все-таки, и гляну, как там меня видно, не видно. Я отсюда не себя вижу, только вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Чуть-чуть розового пятнышка этого самого. Как его, блин, халата. Всем спасибо за компанию. Всем пока.